А вот ты где. Я тут весь извелся от беспокойства. Где тебя черти носили? О, слава богу. Хорошие новости. Панацея почти готова. Плохие новости. Это вакцина, а не лекарство. Приходи скорей. Жду у входа в королевский покой. Творец? Доктор? Так вот чего тебя туда понесло. За моей спиной якшаешься с яйцеголовым? Как ты смеешь? После всех моих уроков бежишь к ученому? Это ж они виноваты. Их игрища с вирусами. Эксперимент в господней чашке Петри. И чем же одарил тебя ботаник? Аспирином? Нет лекарства, нет панацеи. Ты всерьез веришь, что яйцеголовый что-то может? А кто за убежищем присмотрит? Я разочарован. Думал, мы партнеры. Конец связи. Thank you.
У некоторых больных в паху, под мышками и у челюстей образуются горячие гнойные полости. Извлек образцы гноя для дальнейшего изучения.
Доктор Найт.
Снимаю шляпу. Тебе долго везло.